Но благ сущий Господь по благости своей принимает и малое наше благоизволение, близ есть терпящим его, как написано, и обретается ищущим его, если постучим, откроет нам, если понастоим, примет нас и ведет в радость свою пренебесную и в нерукотворенный брачный чертог Царствия Небесного. Вопию к вам, призывая во свидетели неба, землю и ангелов святых, не родите о спасении своем, не презирайте ни единой заповеди, не ходите во тьме ни откровения в помыслах, бегайте тайно едения, не соплетайтесь со сластьми, не пронзайте мечами душ ваших, то есть не ввергайте в них огня дерзости, даже в отношении к собственным членам вашим. Помни, что они Христовы суть, и потому досточестны. Не злословьте и не воспоминайтесь гневом друг на друга, не держите зависти в себе, не воздавайте злом за зло, не ищите начальствования, не вожделевайте безвременно клирических степеней и не соуслаждайтесь тем в помыслах своих. Но благоохотно открывая все отцам своим духовным, тем врачуйтесь, через то в здравии пребывайте и будьте от сердца во всем послушны. Вот и священство, и священнодействие, и обожение. 5. Чистосердечно открывающий перед моим смирением все свое, смиренное о себе имеющее мудрование, почитающий себя низшим всякого дыхания, не имущим ничего выше того, что получил от моего смирения, вот, по-моему, высокое и досточестное лицо. А посматривать на мои распоряжения, обсуждать их по-своему или решать, почему я одному дал такое послушание, а другому другое? Почему одного взял в клир, а другого к другому приставил? Не полезно для вас и неприлично. Господь и Бог наш, изводящий достойное от недостойного и отгноище, возвышающий у Бога, Псалом 112:7, дающий смиренным благодать и разум и припоясующий силы и немощных, Псалом 17:33, да благоустроит вас, да умерит, да примет вас в жребий свой, да даст вам благую жизнь, да укрепит вас во всем на дело совершенное, на исполнение заповедей, на благоугождение Богу, на подражание ангелам для наследия Царства Небесного. Глава 14. Придите, чада, послушайте меня, внемлите словам моим и внушите смиренные глаголы мои, услышьте. Во всем простираю вопль мой, всем возвещаю, вознеситесь к Богу, отрешитесь от пристрастий. Вот вопиет к вам пророческое слово, придите, взыдем на гору Господню и в дом Бога Иаковлева. Исаия 2:3. В дом бесстрастия, и узрим умными очами нашими уготованную нам радость по обетованиям небесных благ. Воспримите рвение, воспримите крылья огненные, как голуби, и летите, и воспарите от сели туда, где десная часть добродетели, воспримите радость и духовное возлюбление, вожделение Бога, вкусите любви Его сладчайшей, и в ней все другое, почетше второстепенным, поприте и славу тщетную, и похоть плотскую, и гнев зверский, и ничто из того, что кажется здесь утешным, не возможет пленить вас. Но как добрые припоясанные, мы будем и легкие, и остро зорки, и быстротечны в шествии путем, ведущим в Царство Небесное. Путешествующим неизбежно терпеть и бедствовать тоже и с нами. Ибо, как видите, дела наши требуют труда, подвига и утомления. Работаете, изнемогаете, потеете, терпите алчбу и жажду. Кто на пашне, кто в винограднике, кто при точилах елейных, кто на кухне, кто на постройках, кто по келарне и просто каждый над тем, к чему приставлен. Все сии шествуют путем Божиим, приближаются к граду великому, через смерть введен и будет в радость вкушения благ, отложенных любящим Бога. В том, что явно видя добре шествующих, мы утешаемся, видя же беспорядствующих, негодуем и скорбим, и исправляем их по возможности. Сокровенное же ваше вам одним видно и Богу. Но да не будет между вами никого, кто бы скрытно, будто во тьме делал что неподобное. Ибо от ока всевидящего ничто не ускользнет, хотя и ускользает от нашего. Я всегда помышляю о вас лучшее. Но кто знает, нет ли среди вас между 12...
12 Иуды. Нет и при предобром наставнике Гиезия лукавого, носящего вечную в душе своей проказу. Не найдутся ли среди вас самих, подобные сынам Иерея и Илия, тайно идущие и Бога прогневляющие, коих конец желчайший будет бедствен и для меня, более Илии грешного? Да не постраждем что-либо и мы, пощади, Господи. Что-либо подобное Анании и Сапфиры, которые, покусившись сказать ложь апостолам, пали падением горьким. Ибо бывает, может быть, и между вами, что иное, имея ложь в сердце, не поистине дает слова в отвечании на вопрос или в случайном собеседовании. Боюсь я и падения Симона Волхва, который со святым Петром, верховным из апостолов, хотел быть ради чести и славы человеческой. Хотя наружно показывал, что хочет быть его соучеником. Да не озирается же никто из вас вспять, и да не отпадает от первоначального намерения своего. 4. Не говори никто, то и то сделаю, и столько-то лет того и того достигну. Ты, говорящий это, а между тем не знающий, проживешь ли нынешний день, не помышляешь разве услышать, безумный? В эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты приготовил? Будем подражать неразрывному единению апостолов с учителем своим и Богом всяческих. И как перед очами Господа всегда суще, ускорим течение свое ко спасению своему, все последующее предав в руки Божии, с готовностью потерпеть мало нечто здесь и поскорбеть, чтобы вечно радоваться. На это призывает Бог, этому содействует Дух Святой. В этом подкрепляет Господь Иисус Христос. Не бойтесь, долу низвержен дьявол, Христос воскрес, и смерть уже не царствует. Глава 15. Хотя убежали мы от всего житейского, и как в пристань вступили, прияв священную схиму нашу, но все же мы пребываем в мире этом, как на море, не зная, когда подымется против нас бурный ветер дьявольский, покушаясь погрузить во глубину ладьи души нашей. Где и как встретим пиратов мысленных? На какие подводные камни страстей набежим незаметно? И как во все время своей жизни без крушения совершим наше от земли на небо плавание? Поэтому внимать надлежит, чада мои, и беречься, бодрствовать и наблюдать, и прозревать прирожение бесовского вселукавства, чтобы не готовыми противостать внушению страсти, отвратить ее нападение и безбедно продолжать свое плавание, держа руль веры нашей. Добрыми примерами отцов просвещается обучающиеся подвижническому житию, и непоколебимые верой крепки бывают в трудах своих. Верою святой Досифей совершил течение послушания без исследования, верно исполняя всякое повеление руководителя своего, и безропотно перенося при этом иногда ударение в ланиту, а иногда осмеяние. Верою блаженный Ава Кир 15 лет мужественно и юношески переносил побои, насмешки и гонения, как бы не чувствуя гнета неприятностей, и не только не жаловался, но сильно защищал и оправдывал нападавших перед святым отцом, когда он расспрашивал его. Верою Феодора священный за помысел о предстоятельстве 3 года нес отлучение от великого Пахомия без противления и ропота. Верою собрал зрелый плод послушания тот, что 3 года терпеливо и с усердием поливал жезл очи. Верою Акакий пресноживой иногда синяки имел перед очами, иногда следы ударов на ланитах, иногда тот или другой член пораженный, смиренно все терпя и без ропота, и зато сподобился бессмертия. Верой Захария преснопамятный, хотя и духом божественным, был преисполнен, благодушно терпел раны, но от отца не отлучался. Верой дивной некто реку переплыл несомый крокодилом. И всякой из чтимых отцовым мужей, совершенных оружием веры, прошел сквозь огонь и воды искушения лукавого и вышел в область вечного упокоения. 3. Если хотите спастись, никакого нет к тому препятствия или преграды. Имейте перед очами неложные примеры спасшихся и спасающихся.
На меня не смотрите, но слушайте слово мое, ибо хотя я и грешен, но истину вам говорю и прямой путь показую. Трудитесь же, чада мои, отложив непокорливость и отбросив неверие. Шествуйте со страхом путем заповедей Господних. Ищите и обрящите, толцыте и отверзится. Это верно знаю и совершенно убежден в этом. Несите послушание свои безропотно, трудитесь над повелением вам, над повеленным без лености. Не будьте неудовлительны, скоры на противоречие и отмщение, и продерзы на разорение и пагубу души. Не ищите славы, и найдете ее не только в будущем веке, но и здесь тотчас, блестяще. Не воюйте между собой и не раздражайте друг друга колкими и оскорбительными словами по поводу назначения послушания одному более честных, а другому низших. И первейшими будете признаны, и первейшие получите место в вечных божественных обителях. А если противно всему будем поступать, противно и найдем. И приидет на всякую душу, творящую зло, ярость и гнев, и посрамление, и ныне, и в будущем. Не буди этого с нами, с вами. Глава 16. Возделевает смиренная душа моя, исчезает в сильном желании спастися вам, шествуя истинным путем, и каждый день подвигаясь вперед в преуспеянии. Видя ваше от всего отречение и самоотверженное удаление от мира, ваше безвозвратное отчуждение от своих, расточение всякого имения и самой воли вашей распятия, и то, что вы все единодушно и единомудренно стремитесь к единому, утешаюсь тем. Но и опасение меня объемлет, как бы кто из вас не лишился каким-либо образом уповаемых благ, почему и прошу и молю, не пресекайте течение вашего. Но более и более ревнуйте делать благое в созидании себя и назидание ближнего, непреткновенными и неблазненными являя себя каждый день перед Богом и братством, и не поддаваясь ни рвению завистливому, ни ропотливости пагубной, ни гордости богопротивной, ни пристрастию рабскому, но действуя благопослушливо, тихо и мирно, без тщеславия и честолюбия, разумно и добросовестно, ради самого добра, ради святого сообщества нашего, ради заповедей Божиих и нашего настоятельного повеления, и обще сказать, ради собственного своего спасения, день ото дня ища одного боголюбезного и к нему единому стремясь, пока приедет представление настоящей жизни. Не стоит последний час, не стоит, но быстро приближается, а для иных уже при дверях есть. Почему как бы перед очами нашими и у ног наших стоя, да устрашает он нас, да смиряет, да очищает и да отклоняет от виновности в каком-либо худе и каком-либо поскользновении с пути правого. Научая проводить жизнь взаимную, в благоговении, безмятежии и благом единомыслии, а также в изучении божественных писаний, в молитве чистой и труде посильном, и пост есть орудие к духовной жизни, хотя и телесное, впрочем, если им предводительствует святое смирение. Больших подвигов святоотеческих нам касаться не под силу, да и не полезно, больших подвигов. Но будем соблюдать сказанное перед этим, то есть память смертную, благоговейство, безмятежие, единомыслие, поучение в Писании, молитву чистую, труд и пост посильный. И в подчиненном нашем состоянии избирать подобающие нам строго, держась общежительного устава, как закона положено, в пище и питьи, причащаясь не только хлеба и овощей, но и вина и лея, иной же раз рыбы и сыра с подобающим воздержанием, не по своему, однако же, рассуждению, ибо это неуместно, а как нами установлено и во всем, впрочем, действуя мудро и разумно. И когда спим, и когда отдыхаем, и когда ходим, и когда сидим, и когда вместе сходимся и беседуем, и когда празднуем, равно как и когда насаждаем, сеем, строим, плотничаем, будем так вести себя, и уверяю вас, нисколько не отстанем от великости тех отцов. Третье. Одно из великих зрелищ и чудес есть и наше во имя Господа нашего Иисуса Христа собрание и сочетание мужей из разных стран и родов,
разных возрастов и образов жизни в единое тело, сгармонированное и направленное к единодействованию и единослужению. Так что оно, будучи многодушно, многосердечно и многоумно, пребывает единомысленным и единосердечным. Не для чего-либо худого, а для богоугождения и работания во славу Пресвятые Троицы. Так наше собрание, братство и само по себе велико и досточтимо, наравне с великими чудесами, но в нем и самым делом совершаются чудеса, если мы живем как следует. Ибо не изгоняются ли и здесь бесы? Изгоняются, и не в тот или другой день, а каждый день и даже час изгоняются и опаляются. Каждый из нас, побеждая страсть, беса той страсти опаляет и изгоняет. Побеждающий блуд беса блуда изгоняет, побеждающий леность духа лености изгоняет. Побеждающий гнев и злопамятство духа гнева и злопамятства изгоняет. Побеждающий осуждение ропотливости духа осуждения ропота изгоняет. Так и о побеждении других страстей разуметь надлежит. Так не чудотворцы ли вы, если хотите? И Господь приемлет ваше своинствование в жизни, как подвиги пустынников и столпников, совершавших такие дивные чудеса. Глава 17. Будем внимать себе, трезвенствовать, бодрствовать и возноситься помышлениями своими к Богу. Будем почаще обращать и к себе преснопамятное то воззвание великого Арсения. «Арсения, зачем ты вышел отсюда? Ибо и мы вышли из мира». «Зачем же?» «Не для покоя плоти, не для вкушения удовольствий, но и не для того, чтобы выучиться грамоте или каллиграфии, или приобрести познание, или сделаться хорошими чтецами. Не для того также, чтобы самоугодничать в произвольном служении себе, искать славы, величать, превозноситься над другими и любоначальничать, ни для чего такого и сему подобного. А для чего? Для того, чтобы очиститься от грехов, чтобы облечься в божественный страх, чтобы смирить себя даже до смерти, смерти же крестной, то есть до отречения от душевных своих хотений, умерщвления похотей плотских, чтобы воевать с соперником своим дьяволом и биться с началами, властями и миродержателями тьмы века сего, чтобы не поддаваться многообразным искушениям плоти и, наконец, чтобы стяжать сильную веру в предстательство руководителя своего игумена, чем воистину возможен все стрелы лукавого разжженные угасить. Теперь скажите, как это дело у вас? Рассмотрите, рассудите, расследуйте. И блажен тот из вас и в вас, кто соблюдает заповеди, кто не предал себя в добычу продавцам греха, кто точен в послушании, кто просвещается совершенным исповеданием, кто осеивается благодатным смиренномудрием и златоблестящим и христоподражательным повиновением, и кто, как в порфирную мантию, облечен в несомненную веру своему руководителю-игумену, не колеблясь в делах им указанных, ничего не предрешая прежде решения его и ничего не почитая спасительнейшим для себя на земле, кроме того, что тот почитает для него таковым. Замечу, что я не себя здесь разумею, но тех, которые заповеди Божии строго исполняют. 2. Приходят к нам души, воистину Богом посылаемые, чтобы спастися в нашей киновии. Почему исполнение заповедей у нас должно быть самое полное и строгое? Пришли они, чтобы просветиться, а не помрачиться. Сияйте же, братья мои, хотя и темен. Осоляйтесь благодатными добродетелями, хотя и порчу и исполняюсь я. В чем должна быть похвала ваша? В том, чтобы уступать брату в слове, чтобы никогда не противоречить, чтобы ни на что не роптать, чтобы быть агнцами незлобивыми, небодливыми, благопокорливыми пастыреначальнику нашему Христу, чтобы избегать непотребных смехов и срамных бесед, чтобы бодрствовать в псалмопениях и трезвенствовать в молитвах. Умудряйтесь же, чада мои, более и более, очищайтесь, уцеломудривайтесь. Совершенствуйтесь и освящайтесь, соделывайтесь богами, хотя и дерзновенно слово это, как обетовал через песнописца Спаситель, говоря: «Я сказал, вы боги, и вы сыны Всевышнего». Псалом 81:6. Глава 18. «Неленостно убеждаю вас ревновать о спасении честных душ ваших.
ибо не думаю, чтобы чем-либо другим более мог быть для вас полезен, как напоминанием о досточестном нашем жительстве. И не поскучайте, что речь у меня все об одном и том же. О чем же другом нам и рассуждать? Разве изменили мы образ жизни, начатой нами, чтобы перейти нам и беседуя на другое? Нет. Не следует нам переставать говорить одного и того же много раз и об одном и том же многожды. И никогда не перестанем мы восхвалять доброе и укорять худое, возвещая, сколь добро и блаженно, полное удаление от мира и единодушное общежитие братьев, и удостоверяя, что воистину мира есть сходящее на бороду Ааронову. Если кто, вступив в это общежитие, облегся в смиренно мудрее, одеялся в послушание и взыскал отсечение своей воли, восприял бездну любви к Богу, в духе восходит от силы в силу, все любит и все терпеливо исполняет, что требуется уставом общежития, ни в чем не лукавное, не питая подозрительных мыслей и замыслов, отлучающих смиренного послушника от Бога и игумена. Облобызаем же, братья, с любовью все сущее и бывающее в общежитии, как святое и спасительное, хотя иное и неприятным покажется, ибо через это стираются угловатости наши, и мы округляемся, чтобы удобнее катиться к цели нашей. Старайтесь один другому приносить пользу, и не своего искать, а того, что благопотребно обществу по всякому образу. И все, более и более укрепляясь и благоустрояясь в душах ваших все, держите себя в непрестающем повиновении, каждодневно обновляясь, и с прихождением дней, месяцев и лет, переходя все к лучшему и лучшему, пока есть время преуспевать и богатиться. Не ленитесь, не предавайтесь сну и беспечности, и не издевайте в суе дни жизни этой. Когда придет время отчета, тогда ясно увидим плоды трудов и бесплодия, нерадения. Увидим, что, внимая себе и делу своему, плода принесли, и что, не внимая сему, погубили». Третье. Слава блаженным душам святых и преподобных отцов наших, воистину мудрых и разумных. Они не в суе слушали слово истины, не повергали его долу и не попирали ногами своими, но искренне трудились в поте лица, смирялись, отсекали волю свою, любили быть последними, любили скудость во всем и нищету, и бегали противоречия. И все благодушно переносили в терпении, благоохотно подчинялись повелениям отческим, горели верой и любили молчание, носили немощи немощных, готовые и кровь свою за них пролить, подобно мученикам. И что много говорить? Сами вы знаете предшественников своих и предводителей. Подражайте же им, теките вслед их, да и славу их сподобитесь улучить. Глава 19, страница 61, 4 том «Добротолюбие» святого Феодора Студита, наставление монахам. Как начали, так и продолжайте. И не только не пресекайте делание добрых дел, но более и более прилагайте их, более и более разгорайтесь духом и спешите к высоте небесного жития. Послушный более и более послушничай, чтобы собрать плод послушания, покорствуя не придержащим только, но и простым лицам, без шума и сопротивления, чтобы не приказывали. Смиренный более и более смиряйся во всем уступая и со всем соглашаясь. Покорствуя в унищеженном о себе мудровании, при бедной наружности, тихоречии и малословии, не держа в мысли, что может быть некогда быть из благородных, или что долго уже в схеме пребывает, или что занимает чин, какой высокий, многие исполняют поручения, прибавлю к этому, не поднимая очей, не принимая суровых взглядов и особой некой походки из-за того, что умен, статен, имеет приятный говор, на все способен, или другим каким похвальным обладает качеством. Трудолюбивый и старательный в исполнении данного ему послушания, как Господу, а не человеком работая,
более и более доявляет себя делателем непостыдным, принимая на себя труднейшие работы и радуясь о преутруждении себя ради ближнего в убеждении, что этим великое ему воздаяние сокровиществуется на небесах. Будем все вообще – келарь, больничник, каллиграф, вертоградарь, огородник, сапожник, повар, эконом, учитель, сторож, будильщик, уставщик, кандиловозжигатель, хлебопек, плотник и всякое, к чему бы то ни было, большему или малому приставленный. Будем в непресекаемом течении, передней, неугасимым вожделением вечных благ, мужественно нести свои труды, претерпевать все охотно, делая все Богу угодно, и себе самим доставляя благо, и собой жертвуя друг за друга в такой мере, чтобы каждый готов был и душу свою положить за брата. Третье. Если так будете действовать, то утешит вас единородный Сын Божий, послушание ради Бога Отцу, истощивший себя до безмерной меры смирения, так что соделался рабом, Владыка, сущий всяческих, и вкусил смерть, смерть же крестную. Радость будет и веселье неизъяснимое и мне грешному, и вам, исполнителям заповеди, не только здесь прославляемым всяким, видящим ваши дела, ваше борение со врагом и отражение его прирожений и обходов, но и в будущем веке имеющим ликовать перед лицом славы Христа Бога вместе с хорами ангельскими, там, где всех веселящихся жилище. Глава 20. Земледельца радует доброплодное поле, а настоятеля еще более восхищает духовное плодоносие веренных их руководству душ. Радуете и вы меня, чада мои, мое насаждение, Божие возвращение. Радуюсь, видя ваше старание, ревность и рвение о всем, что требуется для спасения. Радует меня в том кротость, в ком неутомимость, в ком стыдение и почтительность, в ком отражение и препобеждение прилогов вражеских, в ком безропотность в исполнении возложено на него послушание, в ком мирность и тихость душевная, в ком простота нрава, в ком вера к моему смирению и более моего достоинства, в ком бесстрастие и немиролюбивый нрав. Всех же вас, духовное преуспеяние и совершенствование, и любовное воединое тело, сочетание Божьим мановением свыше, и молитвы Отца моего и вашего. Радуюсь этому и дивлюсь, ибо это всякого удивления достойно. Боюсь, как бы Господь за мое невнимание и при огорчении его грехами не принял простертую над нами промыслительную десницу свою, и в среду нас не вошло что-либо такое, о чем не только говорить, но и думать неподобно, разленение и расстроение какой-либо души, или даже падение, неявное или явное. Внемлите же себе, не сдвигайтесь с направления вашего течения, но, пребывая в том же, преобразуйтесь от светлости в светлость и от боголепия в боголепие. Неподвижны будьте, не выходите из круга дел, какие обещали вы перед Богом и ангелами, и перед моим смирением, но более прилагайте труды к трудам. Блюдитесь, да не расстроит вас мысль о долголетии, и да не расслабит крепости решения вашего жить в самопротивлении и самопринуждении. Мысль эта ложна. Ибо что жизнь наша? Сон и тень. Ложна мысль сия, но обольстительна, ибо располагает вместо того, чтобы прилагать смирение к смирению и послушание к послушанию, давать себе послабление за послаблением, которое нередко приводит к совершенному расстройству жизни богоугодной. Берегитесь, да не превратится в остень греховный, кажущаяся в вас совершенством. Ни ваша способность скоро всему научаться, ни ваши познания, ни опытность некая в духовной жизни, ни благосоветие иной раз, ни трудолюбие, ни искусство в рукоделиях, ни стройное пение, ни голос приятный, ни статность и ничто другое тому подобное. Все это дары Божии, кое должны служить вам к умножению страха и смирения перед Богом-дарователем. Так, располагаясь, соделаем его еще более милостивым к себе, еще более щедро даровательным, и всяким добром обогатимся, и соделаемся храмом Богу святым, дарованием на дарование украшаем и будущее, если же, напротив, поднимем голову свою перед Богом, и возгордимся перед братьями, возвышая брови, вздергивая плечи, принимая гордую походку,
и пересуждая, к чему это, зачем то, почему это так сделано, а то иначе. А чего не мне поручен надзор за таким-то послушанием? А то чего ради заведует такой-то работой? Вон, та же работа совсем лишняя, только напрасно тратится на нее труд и время. Если будем так делать, то мы превратим время плодородия в неурожайное, время стяжания прибыли в потерпение ущерба. Время благого труда – в пагубное бездействие и злодействие. И вместо того, чтобы восходить на гору добродетели, будем не спускаться все глубже и глубже в бездну греха. 21. Чистые держите стезю заповедей перед очами души вашей, смиренно сознавая и исправляя всякое преткновение, прислушание или то какое, достойное суждение, или противоречие, покрывающее стыдом. Правым путем шествуйте и обрящите покой душам вашим. Враг наш всяким предлогом пользуется, чтобы протесниться в братство наше и возмутить его. Не принимайте его, ограждая щитом веры и мечом Слова Божия, отражайте его. И этот губитель никогда не найдет места себе в вас и не похвалится, что довел вас до поскользновения. Покажите себя отрядом воинства Божия неприступным для него, и пусть он вместо похвальбы жалуется, как некогда святому Макарию. «Все злы стали ко мне». Имейте воевода и Христа Господа, помощниками же и покровителями ангелов. Не давайте во смятение ног ваших, и все не воздремлет и не уснет хранящий Израиля. 22. Благодарение Господу о всяком преуспеянии нашем, ибо от Его многодаровитой благости все доброе в людях, как из того и тем и в нем всяческое». Если бы кто дерзнул похвалиться, что он есть нечто, то услышит слово апостола, что имеющего бы не получил, а если получил, что хвалишься, как будто не получил. При всем том, однако ж, подвиг требуется. И усиленное течение и старание непрерывное со смирением, ум нашим в благочестной божественной жизни утверждающим, ограждающим и сосредотачивающим. Чтобы не отступить нам от доброго начинания нашего, не посрамить предшествующих трудов последующим разлинением, и от добродетельной жизни не возвратиться к худой, но добрым изменяясь изменением, более и более очищаться, просвещаться и каждодневно восходить к горе, из светлых светлейшими делаясь, из звезд прилагаясь в солнце, и от силы в доблестнейшую облекаясь силу.